Область выделения в автокаде, как активировать и в чем отличие областей выделения в автокаде. Нажатием один раз левой клавишей мыши в любом пространстве рабочей модели, если передвигать курсор в правый верхний угол, у вас появляется прямоугольная структура, которая подсвечивается зеленым фоном. Если то же самое я проделаю правый нижний, у нас появляется синяя область выделения. В чем принципиальное отличие этих областей? Зеленая область выделения выделяет все элементы, которые хотя бы частично затрагивают ее. Синяя же область выделения выделяет только те элементы, которые полностью находятся в ее пределах. Области выделения бывают разные. Одинарное нажатие и второй раз подтверждающее. Либо зажатие левой клавишей мыши, и можно нарисовать фигуру, которую уже выделить те элементы, которые вам необходимы. Также есть и синяя, и зеленая область выделения.